Боксеры. Уверенные, напористые на ринге, на празднике скромные и незаметные. Одни в вечерних платьях, рубашках и другие в привычных им спортивных костюмах. Кубанская столица Федерация бокса Краснодарского края подвела итоги 2019 года. Всего в этот торжественный вечер грамотами и денежными призами наградили 35 спортсменов, среди которых чемпионы мира и призеры первенства Европы и России. Как признались руководители краевого бокса, год был сложный, но дальнейшие цели будут только выше. В следующем году у нас будет как минимум призер Олимпийских игр. На это мы надеемся, а может и лучше. Поздравил спортсменов и тренеров заместитель главы Краснодара Алексей Удовенко. Прежде всего, охота поблагодарить и Федерацию бокса Краснодарского края, и городскую федерацию, и Федерацию России. Вот. Что хочется сказать. Мы с Евгением Алексеевичем Первышевым, главой муниципального образования Краснодар, всегда рады вам помочь и всегда готовы протянуть руку помощи. Всего же краснодарские боксеры за этот спортивный год заработали на различных турнирах 8 медалей.